Всем добрый день. Недавно на своем канале YouTube я оставил видео, где рассказываю о своем мотоцикле Yamaha Super Tenere, о всех доработках. И один из подписчиков в комментариях задал вопрос, точнее попросил более подробно показать, как я сделал самодельный круиз-контроль. Дело в том, что на новом Yamaha Super Tenere XT1200ZE он уже идет в стоке круиз но у меня первая версия XT-1200Z, круиза нету, а он в дальних путешествиях нужен. Ну, соответственно, покажу, как я это сделал. Вот она ручка газа. Помимо всем известного то вспомогательного, скажем так, круиза, который не дает руке уставать, я сделал механический круиз-контроль, который позволяет мне в дальней дороге вообще отпустить ручку газа, размять кисть, если она затекла. Ну, в общем, штука удобная. Значит, вот показываю в взведенном состоянии. Если у вас стоят ручки с подогревом, в моем случае это ручки Оксфорд. Вот здесь, где выходит провод с ручки, вот такая жесткая резина. Стоит, даже практически пластмасса, можно сказать. Я взял кусок алюминиевой пластины и загнул ее по форме вот этого коробка, в котором тросики газа крутятся, прикрутил, соответственно, и к нижней планке приделал вот такой механизм. Это шток, он сидит на болте и он подпружиненный. Соответственно, когда мне нужно ввести, завести, точнее, ручку газа в положение стоп, я его пальцем надавил и мотоцикл едет на шестой передаче, ну порядка 120-110 км в час, зависит от трассы. Если мне нужно сбросить, хоп, все. Ручка газа вернулась в обратное положение. Вот показываю еще раз. Одной рукой я взвел, шток у меня уперся, я еду. Соответственно, на вашем мотоцикле вы можете подгонять длину штока. Если шток будет чуть длиннее, мотоцикл будет, соответственно, ехать быстрее, чуть короче, чуть медленнее. Опытным путем вы поймаете то положение ручки газа, которое вам нужно. Резко раз, все, сбросилось ничего сложного. За полчаса в гараже все это можно сварить.